Всем привет! С вами Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 5 F11. После аварии машина выглядит страшненько, но после первого осмотра выяснили, что лонжероны на месте и все силовые элементы тоже. В общем, надо поменять только навесные детали. Владельцу машины повезло, нашел детали под цвет машины. Он заменил телевизор с радиаторами и установил целый капот. Мне надо всего лишь поменять крылья, фары и выставить все зазоры. Я думаю, работа будет недолгая. Ну что, начинаем? Но сначала хочу представить канал моего друга о кузовном ремонте. Можете увидеть много интересного. Подписывайтесь на канал GT Auto Repair and Frame, ссылка в описании. Итак, начинаю замену деталей. Для удобства снял петли замков. Передок разобран. Первым делом проверю, правильно ли стоит телевизор. Телевизор установлен хорошо, диагонали и высота одинаковые. Сначала устанавливаю крылья и выравниваю зазоры с капотом и с дверьми. Теперь устанавливаю бампер и буду проверять, как он будет стоять. Зазоры хорошие, ровные, но край бампера стоит выше капота чуть. Регулируем.
Теперь все good, снимаю бампер и устанавливаю все детали переда. Вот и все. На этом моя работа закончена. На эту работу ушло 8 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!